Изоляция заключается, чтобы вы ушли в лес, приняли отшельничество. А что делать в лесу? Для борьбы с коронавирусом нужно быть сильным! Не падайте духом! Сидите как Будда! Армагеддон настал из-за того, что мы перестали обнимать деревья! Если пусть вода, можно умываться листьями! А если нет еды, можно жрать корни деревьев. Это невкусно, но необходимо для выживания. Как же можно жрать шишки? Танцуйте! Не забывайте про клише! Вы должны пересдать коронавирус в течение 150 лет. Поэтому нужно быть сильным, крепким духом. И хер знает! Крепитесь, пацаны!